И всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как трейдиться на любом скине с помощью одного специального бага на наклеечке. Так вы сможете трейдиться и поднимать себе голдишку халяву. Чуть-чуть придется постараться, конечно, но это того стоит. Вот, но для перед началом ролика, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Мне будет очень сильно приятно. Ну что, дорогие друзья, для начала трейда нам понадобится хотя бы 2-3 голды. Но у меня, как вы видите, 11. Это для того, чтобы вам показать второй способ. Это как ловить скины с 4-3 наклейками. Чтобы с 4-3 наклейками, вам понадобится баланс 7-10 голды. 4 наклейки — это 10 голды, если вам еще подойдет. Ну что, для начала я вам покажу первый способ трейда. Это, конечно же, заказывать скинчики. К примеру, давайте возьмем анкомонку какую-нибудь. К примеру, давайте возьмем АКР Ворм, к примеру. И находим его среднюю цену. Как узнать среднюю цену? Это промотать скин немножко вниз, если цена не изменится, там пару скинов, то это средняя цена. Ну там 10 хотя бы скинов, если не изменится, это средняя цена. Теперь мы заходим в калькулятор. Зашли в калькулятор, и теперь эту среднюю цену, это у нас 60 копеек. Пишем 60 копеек, умножаем на 0,8 копеек. У нас получается цена, за которую мы должны заказывать скин. У меня получилось это 48 копеек. Можем даже округлить, если хотите, до 50 там. Ну, к примеру, я округлю. Ну, давайте 49, ладно. Ой, то есть 49 пишем. И заказываем эти скинчики на всю вашу голду. Ну, для видео, если ко мне, конечно, прилетели эти скины, я возьму 5. Вот так заказали. Сразу говорю, этот способ требует много времени. И вот так мы заказываем много скинов. Давайте, к примеру, сейчас AWM Elevation закажем. Средняя цена у нас здесь 36. Ну да, там больше скинов, это 36. Переходим в калькулятор. Пишем 36 копеек, умножаем на 0,8 копеек, 28 копеек получается. Заказываем за 28 копеек и на максимум. Но я также закажу 5. Вот. Я раньше думал, что этот способ не работает, но потому что как это может работать, если мы заказываем пониже, потому что у нас скин стоит 34, а мы за 28 заказываем. Но я так начал чуть-чуть трейдиться, и вот поднял там 1-2 голды. Да, поднимаете сразу за этот трейд, сразу говорю, мало за этот способ. Дайте я вам покажу, вот такие у меня прилетали. Один за 0.03 ко мне прилетел. Ну, в принципе, все, да, нормально. Дальше, ну что здесь? Ну, это я скинчики с наклейками покупал. Это у нас будет следующий способ, да? Вот 5 ерс, да, к примеру, с двумя наклейками. Вот. Ну, и вот так заказываем по максимуму, сколько хотите скинчиков. Сейчас я закажу, и мы продолжим. Так, ну что, дорогие друзья, я заказал несколько скинчиков, 4 скина. Ну, потому что я так сильно пока этим способом не хочу трейдить. Мне нравится вот один из способов, это у нас второй будет. Ну, вот, и, короче, когда вы заказали, вы ждете, там они могут прилетать за день, за два, очень долго. Потому что пока цена снизится, пока вам сольют. Вот, мне ни разу с наклейками, конечно, не прилетало, да, но шанс наклейка есть. К примеру, какой-то человек нечаянно хотел выстрелить за 10 голды скин с двумя, там, четырьмя наклейками, а он за 0.03 сливает, и вы просто наслаждаетесь, продаете, в окуп уходите. Вот, ну, если у меня не прилетят когда-нибудь в жизни, я вам покажу. А сейчас мы переходим ко второму способу трейда. Ну а второй способ трейда — это у нас ловля скинов с наклейками с помощью бага. Это самый популярный способ, как я думаю, потому что он выгодный. Вот за него вы можете с одного скина уйти в 50, там,
за в одну голду окуп. Как вам уже повезет, с какой наклейкой купите. И для этого способа вам понадобится абсолютно любой скин, какой хотите. Как вам голда разрешает. К примеру, я люблю трейдиться на АКР Роу. И чтобы сделать этот пак на наклейке, я думаю, все знают, но я вам покажу. Надо потянуть за этот ползунок справа от кнопки «Купить». Вот такое вот. Мы на него попадаем, и теперь можем листать вот так скин. И мы должны так листать очень долго, пока у нас не появится барьер, чтобы вы не могли вот так мотать. У вас такой барьер был, да? Вот, листать вам придется долго, 5-4 минуты, в отличие, ну, смотря на ваш интернет. Чем лучше интернет, чем меньше вы будете листать. Когда я долистаю до бага, я думаю, продолжу. Короче, друзья, у меня заел рынок, потому что рынок сейчас очень сильно лагает. Не знаю почему, потому что много людей выставляют скинчики, сейчас вообще нереально трейдится. Надо прям вот очень поздно трейдиться. У меня уже час ночи, у меня все равно рынок лагает. Может, у меня нет, тупой, не знаю. Ну, сейчас, короче, перезайду и вернусь, когда уже сделаю этот баг наконец-то. Фух, дорогие друзья, не прошло и 1000 лет, я это сделал. Наконец-то я пролистал до этого бага. Сколько я нервов убил, конечно же, да. И, короче, вы должны пролистать, чтобы у вас вот так, смотрите, было. Вы не могли вот так просто мотать. Это значит, что вы сделали баг. И теперь вы просто смотрите скинчики с наклейками. Вот, покупаете их, если выгодные, и продаете. К примеру, давайте сейчас я буду какой-то скинчик попробую словить. Попробую, по крайней мере. Да. Я этот скин зачем? Люблю почему его. Потому что здесь ночью не такой большой актив, как, к примеру, на АКР Worm. К примеру, я недавно на нем трейдился, попробовал. И там какой-то человек за 2 голды хотел слить АКР Worm с 4 наклейками на скилл. И, короче, это был байтер. Я попробовал словить этот скин, но он, конечно же, отменял. Кто это вообще видел и на своей жизни пробовал, тот знает, как это. И я хотел купить его скин, но он быстренько отменил, и какой-то человек другой выставил другой скин за такую же цену. Я просто свои 2 голды пустую потратил, даже скина с наклейкой не получил. Вот, потом мне пришлось, я его продал за нормальную цену, конечно же, и в минус ушел огромный, на одну голду там 60-50 копеек, просто в никуда. И все из-за батера. Вот, кстати, вот это наклейка, я просто так себе трейжусь, конечно, я просто не знаю, какие наклейки крутые. К примеру, эта наклейка миллиард голды стоит, а я ее не куплю, подумаю, что она одну голду стоит, не знаю. А вот, ну, короче, мы должны вот так ловить. Я еще боюсь покупать разные скины, а то я в минус уйду, потом не будет мне. Вот, давайте словим какой-то скинчик, да, и я вам расскажу уже про третий способ. Вот, давайте, когда я куплю скины, я опять же про то, чтобы не тянуть ваше время. Офигеть, дорогие, просто посмотрите, здесь человек продавал скинчик какой красивый, с 4 наклейками. Вот такой красивый скин продавал за 14 голды, понимаете? Если бы у меня сейчас была, я бы его купил, и мы могли бы его очень дорого продать. За 25 голды примерно. Ну ладно, продолжаю. Сижу я, дорогие друзья, уже долго, ничего не купил. Вообще нету выгодных скинов. Ни одного. Просто люди выставляют скинчики пустые за 10 000 голды, за 1 000 000. Вот. Ну вот вам лайфхак, если вы видите внизу вот в таком чате, ну, если человек выставил за какую-то сумму большую, ну там за 3-4, не за эти миллионы, то вы быстренько мотаете. Вот, например, за 906 выставил, ну, конечно, здесь пусто. И может там человек выставит с наклейкой. Вот эту наклейку я вообще не советую покупать. Особенно со скином каком-то. Еще если она 1-2 голды стоит, вообще не советую покупать. Я уже на себе это тестировал. В минус уходил.
надо покупать выгодные скинчики. Здесь, конечно, есть вот такой скин. Это если что, наклейка эпическая. Вы сейчас скажете, а вот это тоже значит эпическая, но нет. Она, во-первых, еще наклеена неправильно. И это редкая наклейка, как я это понял. Потому что у этой за 0.25 у нее такой белый контур есть, а у этой нету белого контура. И кто знает, это эпическая наклейка. Вот. Никаких скинов они не выставляют. Ну, ночью они, конечно, никто не выставляет. Все спят. Вот, как вы видите, за 0.03 там словили. Ладно, я продолжаю. Дорогие друзья, сейчас продавал человек за 76 копеек редкую наклейку, но она уже лучше, чем... О, смотрите, за 70, к примеру, есть. Вот. Продавать, я ее не знаю, покупать это или нет. Вот, сейчас ее отменили, давайте подождем, когда ее за еще меньше выставят, если вообще выставят. Ее купим обязательно. Вот за 69, к примеру. Кстати, сейчас, если никто не купит, я не знаю просто реально. Я бы боюсь очень в минус уйти сильно. Если сейчас отменят, я вот за любую цену другую куплю. Отменяй, давай быстрее. Вот сначала за 76 выставил, потом за 70, и вот сейчас за 69. Ну, даже за эту цену не покупают, понимаю. Так, ждем. Смотрим, пока других наклеек нету. Ну да. Пустые наклеечки, пустые скины. За одну голову. О, смотри, проданы. Ну ладно, понимаю тогда. Понимаю. Вот, к примеру, здесь человек выставил с наклеечкой Rust. Она вроде Аркана. Как я помню. Вот, за 50 голды. Если бы у меня была, я не знаю, купил бы или... Она вообще две наклейки всего лишь. Это мало слишком. Я бы не купил, думаю. Может, трейдеры бы купили какие-нибудь, я не знаю. Вот, я продолжаю сидеть на этом скине, пока не словлю хотя бы один скин. Да-да-да. Вот, как вы видите, тот человек, который, как я понимаю, купил тот скин с наклеечкой за 69 копеек, вроде он выставил за 1.50. Но я максимум за 1 голду 20 копеек, либо 10 копеек выставил. Ну, за 50-то я не знаю даже. Может быть выгодно, может невыгодно, я не знаю. Ну, за 69 копеек он покупал, но думаю, выгодно, да. Так, дорогие друзья, я ничего так и не словил. Ну, давайте я буду здесь сидеть и рассказывать вам о третьем способе. Буду уже заканчивать. Второй способ трейда, это вы находите любой скин эпический, либо рарка. И вот так выбираете вот редкости. И не именно один какой-то скин, а выбираете все скины вот такой редкости. И вы на них заходите... Ищите на первых слотах наклейки. Если вы видите, просто хватайте их как горячие пирожки. Потому что вы сможете их продать за большую цену. Вы будете, когда вы купили этот скин, вы должны будете листать вниз до конкурента. К примеру, там вы купили скинчик за 10 копеек с наклеечкой, уловили. И там, к примеру, человек за 2-3 голды. Вот первый человек, который выставляет за... Ну, с наклейкой. И вы продаете за... Ну, примерно, он продает за 20, а вы... Ох, офигенно здесь, конечно. Вот. А вы должны продать на 10, примерно, копеек ниже. За 1.1. 1.10 копеек, да? Офигеть, смотрите просто, что за скин красивый. Офигеть. Вот. И такой вам способ. Да, новый. Вот, с помощью него уже тоже можно неплохо трейдиться, тоже можно голду зарабатывать неплохо. Но я люблю почему-то вот этот способ с багом на наклейке. Потому что с ним интересно, покупать скинчики разные. Вот, за 70 копеек кто-то выставил что-то, ну ничего, конечно же, да. Ага, вот. Ну, я буду ловить даже, а вам желаю удачи в трейде, ловите скинчики.